Екатерина Юдфолина, Russian Federation. На омском спортивном небосклоне зажглась новая яркая звездочка. Екатерина Юдфолина стала абсолютной победительницей первенства Европы по тяжелой атлетике среди молодежи до 23 лет. Соревнования проходили на Кипре, где омская тяжелоатлетка показала поразительные результаты. Екатерина завоевала сразу 3 золотых медали в двоеборье, в рывке и толчке в весовой категории до 75 килограммов. Примечательно и то, что спортсменка выступала на международной арене впервые. В честь этого события Екатерина встретилась с журналистами на пресс-конференции, где рассказала, как 5 лет назад переехала из Пермского края в Омск. Здесь и начала мечтать по-крупному. Пермского края тяжелая атлетика не развивается, то есть она стоит на месте, никакой финансовой помощи там нет. Меня отправили учиться в училище Олимпийского резерва. Я закончила здесь школу 10-11 класс, получила аттестат без строек и поступила в училище Олимпийского резерва. Мне нравится тяжелая атлетика, как бы, не знаю, но это мое, я не знаю, я не могу жить без нее. Там, мы отдыхаем после соревнований, да, там 3-4 дня, и потом меня снова тянет к ней, снова, ну, надо это, мне это нравится. О Екатерине Юдфолиной говорят как о перспективной спортсменке, ответственной и сильной духом. Накануне соревнований она сама подбадривала своих наставников. В планах у юной спортсменки набрать вес, чтобы перейти в более тяжелую категорию. На вопрос журналистов, о чем мечтает, призналась о собственной штанге и олимпийском грифе на омской тренировочной базе. Мы министерством стараемся сделать так, чтобы в этом виде появился свой какой-то центр, свое место для того, чтобы ребята занимались. Потому что перспективы развития этого вида в нашей Омской области есть. Сейчас спортсменка готовится к Кубку России, который в прошлом году также достался ей. Однако основную ставку и тренеры, и сама Юдфолина делают на грядущий в скором времени взрослый чемпионат Европы. Мы будем настолько стараться, что это станет реальным для нас, и будем делать все возможное, мы будем выигрывать, мы поедем все-таки, мы на взрослую Европу, мы будем очень стараться. И я думаю, у нас все получится.